Так, все, принес телефон, долбоеб, смотрю, сейчас я нажимаю крутить. Да! Крутится. Одна выпала! Одна выпала! Вторая выпала! Блять, я проиграл! 150 тысяч! Ко мне пришла, что у меня сняли с карточки 150 тысяч. Да я поставил случайно и проиграл. Ты вообще уже охерел, ты нахера мою карточку берешь? Сейчас я отца позову. Отец, иди сюда. Ты че, козел без роли? Я случайно поставил. Надо лечиться, блядь, больницу ложиться, дебил ты ненормальный. Я тебе сейчас... Да не надо, не бей, да не бей. Давай собирайся, иди, блядь, зарабатывай денег, куда хочешь. Установи себе префикс ютубер. Телепортируйтесь к Гриферу. Также ты с легкостью можешь превратиться в абсолютно любого моба. Грифер будет думать, что вы летающий ифрит. Затем вырежете им половину его сундуков. И обязательно посадите Грифера в тюрьму нашего сервера. Пускай он сидит за решеткой. Обязательно пишите от имени сервера, что в тюрьме находится Грифер. И наблюдайте, какое огромное количество игроков пришло посмотреть на этого Грифера вместе с вами. Ну и, конечно же, забаньте этого Грифера от имени канала. Пусть он увидит такую замечательную надпись. Мы специально разработали привилегию владельца сервера таким образом, чтобы вы смогли снимать анти-грифишон на нашем сервере Сержу Крафт. Вы сможете менять себе абсолютно любой префикс, превращаться в любого моба, сможете посадить даже Грифера в тюрьму. И в честь Нового года мы решили сделать огромные новогодние скидки 95%. Поэтому не пускай свои шансы, скорее снимай также анти-грифер-шоу на сервере Сержу Крафт. Дорогие друзья, срочное включение. Смотрите, что происходит. Посмотрите, видите? Здесь очень много людей. Очень много людей. И все они здесь... Смотрите, все пишут привет. Чё они все пишут? Здесь начинается полная жопа, потому что мне О, курица, курица. Это не курица, это люди. Потому что один человек, а именно Грифер, он прилетел ко мне сюда домой. Он написал на весь сервер, что... Так, подождите, подождите. Смотрите, видите? Все думают, что я игрок. Все думают, что я обычный игрок. У меня ник такой еще. Посмотрите, ДССАСА. Такой тупой ник. У меня такой ник, потому что я хочу, чтобы Грифер думал, что я обычный игрок. Он думал, что я обычный игрок, но я не обычный игрок. Я на самом деле владелец сервера. Просто я префикс свой скрыл, потому что у меня есть такая возможность скрыть свой префикс. Чтобы меня, во-первых, не забанили сейчас, не кикнули, не посадили в тюрьму. О, смотрите, вот, смотрите, на бродкаст, он пишет, все на варп Грифер 300, тут Грифер. Он так написал, смотрите, давайте прям вот удостоверимся, варп Грифер 300. Вот так пишем, и мы здесь оказываемся. А, ну теперь здесь все падают, теперь здесь все падают. А так мы здесь оказываемся, это он поставил здесь варп. И я специально поставил ГМ, чтобы меня сейчас так просто не убивали. Но он, вот, смотри, вот, вот его ник, вот, нашел его. Грифер комп 200, иди в жопу. Грифер комп 254, вот этот человек... вот он созвал сюда людей, написал бродкаст, и мне дом сломали вообще весь полностью. Особо стараюсь не палиться, сейчас ГМ пока включил, но не палюсь, что я владелец сервера или вообще что-то могу здесь делать подобное из привилегий. Смотрите, а люди сразу пришли, все мне разламывают. Дом у меня прикольный. Люди вон такие прилетели, тут типа у нас уже гасты, вон эндермены, здесь вообще жопа полная началась, потому что это он позвал сюда народ. Он позвал сюда народ, смотрите, они все раздолбали мой дом и все уходят. Давайте мы напишем... он сам улетел. М-ком-ком-ком-24. Вон, опять он так написал. Зачем ты так делаешь? Вот давайте мы так напишем, зачем ты так делаешь, чего он от меня хочет добиться. Прямое включение, прямое. Вы сами видели, как уже игроки здесь были. Они уже сами все начали ломать. Так. Ладно, допустим, я упал. Здесь много людей тоже попадало. Хочу... А, вон, он ответил. Он ответил. Хочу. Давайте напишем ему. Не надо. Вот так ему напишем. Пусть он, значит... Но он, естественно, никак не отреагирует. Он дальше будет это делать. Так, давайте пропишем home. Это все-таки мой дом. Пока что. Вот он пол сломал, зараза. И, естественно, я теперь телепортируюсь сюда на пол. Обидно. Смотрите, у нас здесь полно сейчас игроков, на самом деле, на сервере. И, естественно, все прибежали. А людей легко обмануть. И все поверили, что я Грифер. Но я не Грифер. Я обычный игрок, которому игроки построили вот этот прекраснейший дом. Игроки построили, игроки же сломали. Всем спасибо, конечно. Но вот так людей обманывает этот Грифер. А, он отвечал. Надо. А так и надо. Вон, что-то он еще что-то пишет, сидит. Давайте ему напишем. О, он будет материться. Пишет, смотрите, у него префикс Грифер. Префикс может делать только владелец сервера, значит, естественно, он владелец сервера. Что ты хочешь? Давайте вот так ему напишем. Ну, естественно, наша задача, надо будет с ним выйти в скайп. Домик жалко. Он был действительно красивый, его игроки строили. Я до туда допрыгну? Нет, не допрыгну. Его игроки строили, мне, наверное, дня три. Ну, так усердно. Так усердно мне строили этот домик игроки. Давайте, ну ладно, давайте выберем, вырубим ГМ. Просто я боюсь сейчас упасть, и я не хочу умирать здесь. Я хочу, типа, жить.
Он не отвечает, нет? А, 500 рублей на киви кинь. Он ответил. Простите, я не заметил. Он ответил, 500 рублей на киви кинь. Давайте мы напишем. Но у меня нету. Давайте напишем, но у меня нету. Кстати, никогда на это не ведитесь, если вы думаете, что... он, кто-то пишет, за Сержу стреляю в упор, гриферы сдохнут. Если вы думаете, что отправив деньги гриферу, там, какую сумму он потребует, он от вас отстанет и вернет... Ой, ёлка! А, это да, это потому что мне все разломали, соответственно. Ой, я телепортировался на спавн, на наш прекрасный, милый спавн. Так, быстро обратно домой. Вот, здесь уже игроки, они уже все появляются здесь, потому что там дома нет, видите, если прописать home, ты уже здесь появляешься. Ну, что он пишет? Давайте, не видел, что он ответил, но у меня нету, давайте мы еще раз напишем. Люди, конечно, ведутся, это обидно. Вот, смотрите, их, о, он, наверное, пишет, вы все говно через бродкаст, это, наверное, пишет он, но я не уверен. Мне похер, кидай деньги и все, чума. Ладно, видимо, он так и не отстанет, поэтому надо писать хорошо, но давай в скайп тогда. И кину. Вот так сейчас будем его разводить. Естественно, я никакую сумму не кину. Нет, я уже делал так, кстати, в различных роликах. Я кидал гриферам деньги. 100 рублей кидал. Помните, раз 500 рублей кидал. И больше я так делать не буду. Это маразм. Это так делать не надо. Сейчас мы попытаемся с ним выйти на скайп. Еще раз ему напишем. Долго реагирует ком254. Если вы видите на сервере не ком254, знаете, это грифер. Все эти ребята, которые здесь собрались, они... Я их не виню, то, что они ломают дом. Я их не виню. Это владелец сервера просто написал всем, что я грифер, и они поверили. Я их не виню. Ну давайте что, ну ты будешь писать? Нет, хорошо, ну давай скайп тогда и кину. Он, видимо, не хочет в скайп идти. Если не хочет... А, о, ок, мой скайп, снайпер 1997. А с точки, точки это потому что... Это потому что сервер не дает поставить точку, да? Смотрите, силу запрещен. Так, окей, давайте попробуем ему позвонить. Кстати, вроде скайп какой-то знакомый. А может нет. Ладно, сейчас будем связываться, звонить ему, спрашивать, зачем он ломает мой дом и все такое. Так, звоним этому человечку. Алло! Алло! Здрасте! Здорово, малыш! Так, скажите, ваш скайп снайпер 199. Да, дебил! Дождите, 1997. Да, да, он 197! Да, 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 вот этот идиотский скайп, он ваш, да? Какой идиотский даун? Давай кидай деньги. Куда деньги? На киви? На киви, да, придурок ебаный. А зачем на киви кидать деньги? Чтобы у меня были, дебил, я тебя сейчас нахуй все разнесу, блядь, и забаню. Да ты мне так уже все, ты посмотри на мой дом, телепортируй сюда, вон ты вроде летаешь, если ты посмотри на мой дом. Его нет просто моего дома, слышь? Его нету, ты расхерачил все, ты, мышь, ты все сломал. Да гнёй! Зачем? Там ты мышь. А зачем ты... Ты людей обманываешь, слышь? Ты людей обманываешь. У меня нет денег для тебя, понимаешь? Да мне похуй, дебил! Ну, а если я не перекину деньги, что ты со мной сделаешь? Да я тебя забаню на всех серверах. Давай, попробуй. Вот прям сейчас попробуй меня забанить. Вот прям сейчас, давай, пиши. Мой ник ДСАСА. Пиши. Бан ДСАСА. Давай. Чего? Чего я тебя не могу забанить? Не можешь забанить? Нет. Почему? Потому ты дебил, потому что. Что ж ты дебил? Ты не можешь... Ты криворукий? А ты бомб, заткнись, обсина тупорыла. Так, сейчас смотри, сейчас мы тебя... Сейчас эти... Кстати, у тебя голос какой-то знакомый. Ну-ка еще что-нибудь скажи. Ты шлюха конченая, чтоб ты умерла от спида, бля. Еще раз скажи что-нибудь. Ты даун, ты конченый, я говорю, кидай деньги. Я говорю, голос у тебя знакомый. Знакомый голос. Ты, мы с тобой... Ты мне не попадался нигде? Не знаю, ну может, мы с тобой играли. Ты, походу, слушай, ты же грифер, ты где-то я тебя слышал, ты у меня уже был где-то, понимаешь? Ну, возможно, был и чё? Ты уже гриферил на сервере, у тебя был владелец, да? У тебя другие аккаунты были? Ответь. Да, у меня были, и что, блядь? А, ну, значит, ты уже был, я тебя уже ловил, ты мне ломал дома. Алло. Придурок. Я тебе говорю, ты ломал мне дома. Да мне похуй, придурок конченый. Ты сейчас мне тоже дом сломал, Василий, ты мне дом сломал.
Да сука, я грифер конченый. Я знаю, что ты грифер, и поэтому мы сейчас тебя будем наказывать. Какой у тебя ник? Комп 254. Да, 254. Заходим в консоль сервера. Какая консоль, ты придурок? Пишем Jile комп 254. Нет, пожалуйста. Грифер 999. Да ты ничего не можешь, бомж. О! Что? Что, ничего не мог, дальше не угадал? Ой, ошибка команды, да? Сейчас. Джайл, еще ну, раз напишем. Какой твой ник? Комп 254. Грифер, оп. Слушайте, что-то не получается тебя посудить. Боже, ты ничего не можешь, ты бомж. А, сейчас я попробую. А, все, меня поддержка обманывала. Надо вот что сделать. Сейчас мы у тебя отберем привилегию. Ты же владелец, да? Да, и что? Сейчас. О! Давай, деньги кидай сначала. Оп! Посмотри. Блядь, что за хуйня тэпнулась? Подожди. Блядь, а я в доме каком-то убожевском. В каком ты доме? Подождите. А чё я на спавне? А, ладно, на спавне тэпнулась. Варп Джайл. О! О-о-о! Вон ты, подожди-ка. Чего? А ну-ка, тп кому-нибудь. ДСА. Чего? You don't have! Чё у тебя? Не можешь что-то? Что-то не получается? Меня снял ты, что ли? Я тебя уже вроде сажал в... Вот, ты в тюрьме, да? Да, это я! Чё ты здесь делаешь? Как ты в тюрьме оказался? Да это ты сделал, придурок! Да, прикинь. Чё смешного дал? Я сделал, потому что ты у меня уже был в ролике. Тебя вообще надо лишать всего, что только... Да ты сука конченая! Я-то в чём виноват? Ты сам... Да это ты всё ты меня гриферил! Ты меня чё? Сам гриферил. Ты даун, ты грифер ебаный. Сейчас, подожди, сейчас мы тебе завстим. Ты писал там бродкаст, да, что типа я там грифер. Бля, да? Ты грифер. Ча. Закрылась, школьник. Эх, в консоль команды пошли. Пошли в консоль команды. Ча, тут грифер. Сейчас мы тебе устроим. О, прям как в чате, прям разошлась команда. Смотри, сейчас люди придут сюда тебя чмырить. Вот. Ты аж... Про тебя рот конченый, и даун. Ты аж залагал, смотри. Ха-ха-ха, я пишу. Смотри, сейчас в чат напишу. В чате грифер. Грифер. Не смейся, мартышка, ебать! Давай еще в консоль поддадим. Здесь грифер! Все смотрите на этого грифера, который уже... Да нафиг, собака, кончена! И, кстати, ты же больше не владелец сервера. Ты больше не сможешь ни писать бродкаст, ни сетать топором, никого не банить, кикать, не менять префикс, не превращаться в животных. Ты больше ничего этого не можешь! Вернуть? Да! Что вернуть? Донат! Хорошо, сейчас. Не получилось, прям сейчас пытался, не получилось, слышь? Что делать? Ты конченый говно, паршивый! Ну так вот наказывают таких, как ты, понимаешь? Слышишь? Да. Конченое чмо, чтоб ты сдох нафиг. Спасибо за поздравление, тебя с наступающим Новым годом. И тебя с наступающим Новым годом. Желаю тебе счастья, здоровья. Да ты если нахуй, дай скажу тебе. Желаю тебе счастья. Слышишь, давай, короче, я это на рулетку деньги поставлю. Давно хотел поставить, момент выждал. На какую рулетку? Ну есть одна рулетка, я там давно уже играю. Зачем? Ты мне зачем говоришь это? Выиграю, куплю донат тебе лучше! Сервер не надо, я тебя предупреждаю, у меня на сервере донат не надо покупать, потому что я тебя все равно отберу, забаню тебя и пошлю тебя. Да я вообще в самый лучший куплю, и ты меня хуй судит. Короче, блядь, сейчас, подожди, придурок. Сейчас скажу кое-что, сделаю на карточке денег с родителей перекину. Не надо ничего этого делать, погоди. Подожди, я сейчас, там 5 секунд. Куда ты пошел? Вася! Василий! Ну, тебя не Василий зовут? Куда ты пропал? Алло! Так, он у нас... Вот так, он не вылетел из скайпа. Все хорошо, он реально куда-то ушел. Вон он, комп 254, грифер, его префикс остался. Единственное, что у него остался, это префикс. Ну пусть знают все, что он грифер. Так, все, принес телефон, долбоеб, смотри, сейчас я ставлю нахуй деньги, так. А где ты деньги взял? Перевел с карточки родителей, они не знают еще. Ну, что ты делаешь сейчас? Все, сейчас я нажимаю крутить барабан. Да! Крутится! Одна выпала!
Одна выпала! Эй! Вторая выпала! Блядь, я проиграл деньги! Какие деньги? Ты проиграл? Да, что делать? Сколько ты проиграл? 150 тысяч! 150 тысяч ты проиграл! Меня убьют родители! Ты идиот? Нет, что делать? Ты зачем в эту рулетку играл, дурак? А что за смс ко мне пришла, что у меня сняли с карточки 150 тысяч? Да я поставил случайно и проиграл! Ты вообще уже охерел? Ты нахера мою карточку берешь? Ты думал, выиграй ему и денег больше будет! Ты ненормальный вообще! Сейчас я отца позову, пусть он тебя голову оторвет! Дави! Отец, иди сюда! Да не надо! Ты представляешь, с карточки снял деньги, 150 тысяч, которые собирали дитю на учебу. Зачем он теперь учиться будет? Ты чё, козёл безрогий? Совсем что ли? Я случайно поставил! Ты вообще о чём думаешь? Ненормальный? Да нет, я случайно! Тебе надо лечиться, блядь, в больницу ложиться, дебил ты ненормальный! Собирали, блядь, 2 года ребёнок, что поехал учиться, поступил. Случайно, да не надо! Зачем теперь буду учиться? Я тебе сейчас... Да не надо, не бей, да не бей, да не бей, да все, не бей, да все. Тебе, блядь, надо убить, голову оторвать, блядь. Так, давай собирайся, иди, блядь, зарабатывай деньги, куда хочешь. Все, давай, пока. Пока, амигос. О, ну-ка, ушел скайп? Так, да, он ушел из скайпа. 150 тысяч проиграл, школьник, это вообще жопа, просто жестко 150 тысяч, знаете, мне жалко просто родителей, мне единственное, кого жалко, это родитель. Школьника не жалко, то, что он пойдет работать, мне его не жалко, а вот родителей жалко, реакция их была реально, действительно настоящая. Это они уже попадались мне, все эти люди, я узнал их, я узнал школьника, я все это узнал, он попадался мне. То есть не надо в комментарии писать, а это же тот же самый Грифер. Он, я сам вам лично говорю, что да, это, он был уже в моих роликах, он опять не попался, я еще сказал, что скайп заметил такой же, и мне ж, и я его просто опять решил привилегии, и он решил купить его таким способом на рулетке, не знаю, что за рулетка, но он реально проиграл 150, мне жалко его, жалко очень сильно, поэтому, дорогие друзья мои, спасибо всем за внимание, ставим лайки, поддержим кого-нибудь в этом мире, меня, например, заходите на сервер, админки всем бесплатно, заходите, в общем. Всем пока! Друзья, обязательно должен сказать, что вы можете получить любую привилегию на сервере Сержи Крафт абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно прислать всего лишь одну команду free, и здесь вы можете увидеть способ. Это либо донат за время, либо донат за убийство. Донат за время вы можете получить VIP, админ, основатель. Вам нужно отыграть определенное количество минут, часов, и вы получите привилегию, ничего не делая абсолютно. Второй способ — это донат за убийство. Вам нужно убить 20 человек, и тогда вы получите кейс, бесплатный кейс от сундучка, и вы сможете получить привилегию абсолютно бесплатно, либо VIP, либо премиум, креатив, админ, либо основатель. У основателя очень большой шанс выпасть 90%. Для этого нужно убить 20 человек. У меня уже есть 11 ключей, осталось всего 9, и я получу бесплатный кейс. Поэтому заходите все, получайте бесплатные админки, привилегии, абсолютно бесплатные IP в описании ролика. Мы не могли об этом не сказать, потому что это наш плагин, наша разработка. Всех ждем, заходите, прописывайте команду и играйте.